Если честно, я хочу жить, не напрягаясь. Вообще ни в чем. Еще, если честно, я люблю все контролировать. Так получилось, уже выработалось. Если честно, мне трудно быть матерью. Не нравится, мне не хочется воспитывать. То, что независимо от меня, меня напрягает. Если честно, то у меня сейчас нет страха. Если даже это будет провально, не пофиг. Но мне нравится, что я пробую сейчас. Если честно, мне нравится этот свет. Если честно, да, я не люблю правила, рамки, люблю нарушать правила. Мне нравится отмечать праздники, когда отмечают все. Хочется, чтобы было по настрою. Поэтому, в принципе, Новый год мы можем запросто пойти просто на улицу. 12 часов ночи и гулять, смотреть в окна, как люди кричат. Если честно, то мне неприятно мое увядание кожи. Если честно, я специально даже усиливаю градус своей решимости, что ли. Делаю вид, что все клево, что я такая смелая, что мне все пофиг. Если даже это сейчас выглядит как будто бы как наиграно, я имею в виду сейчас, вот, в последнее время, то в принципе все равно это вырабатывает привычку. Да, я буду смелее. Я заявляю всем и вам тоже, да, я талантлива. Я заявляю всем, что я везучая, что Вселенная меня любит, что все классно. Я восхищена 2020 годом, потому что он был такой классный на события. Он был мягким, мягким, таким бережным. И мне так радостно, что он завершается именно в этом пространстве. Пространство перформанса с Гузель, с девочками. Это классное завершение года. Потому что это получается, что, если честно, то мы сейчас копаемся в том, что же честно-то. А с этого все начинаются разборки в себе. Что, если честно? У нас есть еще игра, онлайн-игра, можно, где уже в третий раз было задание, если честно.
даже не единожды ты к этому возвращаешься, к этому приходишь. Что, если честно? Через некоторое время еще раз вопрос. А что, если честно? Вот что сейчас для вас честно? Через некоторое время в третий раз. Что, если честно? Вот и в четвертый раз. Сейчас здесь сижу и для себя разбираюсь. Что, если честно? Если честно, я требую с ребенка то, чего порой сама отвергаю. Если честно, ладно, чувствую себя. Но я пришла к выводу, и я делаю для себя такой приятный момент, видала, что 2021 год начнется с того, что можно. Вот сейчас, если честно, а потом 2021 будет еще кривее. Это будет можно.